Всем привет, это я. Это мы? Все. Да. Началось. Короче, опять не бодрое начало, я опять это обрежу нахер. Мы просто хотим посмотреть на прекрасную архитектуру Москвы, в которой сочетаются исторические здания с современными многоэтажками. Небольшая отсылка к предыдущему влогу. Ребят, больше ошибок таких не будет, извините. Жор, встанешь вот в эту фигню? Встану. Давай, Жор. Давай. Все, все, молодец. Думаешь, хватит? Да. Ну все, Валя побежал, мир виски. Валя нашел свой магазин. Валя, держи себя в руках. Валю не пустили в мир виски. Самое большое разочарование дня. И вообще всей работает. Жизни Вали. Валь, винотек. Все для Вали, мне кажется, сегодня. Слушай, ты правильную улицу выбрал. А, видели, он сначала возмущался, почему мы идем по этой не очень красивой улице, а теперь ему нравится. Ну сейчас мы отключим камеру, и Вали след вообще простынет, а он сразу убежит. Каждый раз такое бывает. Из 11 А, 21-го, если кто помнит это место, то запомните это место. Я понял вас. Да, мы залетаем сейчас в Макдональдс, поэтому реально, мы... Хочешь зачем? Ну ты хочешь кушать? Вот. Правда, мне мама столько еды с собой напекла. Спасибо, мамуль, большое. Вот сейчас будет хэштег «Люблю маму». Мы сейчас были в Найке. Валя мне приносит, показывает кроссовки. Я говорю, слушай, неплохие такие кроссовки. А это были Джорданы первые, но это какая-то лимитированная серия, я так понял. Я особо в этих не разбираюсь, в Джорданах, я просто знаю, что его крутые типа Джордан. Но они стоили как бы 23к. И я такой, ну как бы неплохо. Мы их отложили. Слушайте, вот этот вид, я вообще всегда, когда на Арбате играю, этот вид мне всегда прикалывает, сейчас покажу. Но на GoPro-хе она делает все меньше, как бы все, что происходит, поэтому будет плохо видно. Я уже не первый раз удивляюсь, как вот у людей так получается рисовать? Ну это я же все. Жор, это все я, не переживай. Именно если хочешь, такие я краски так... яркие. Я тебе нарисую все, если ты хочешь. Валя меня рисует. Все, мы залетаем в Макдак, еще врубимся. То чувство, когда зашли в Макдак и ничего не потратили, потому что пришли совсем своим. Валя пока палит мои переписки ВК. Так что вот такие дела. Только все мама наготовила, и мы до сих пор их не можем никак съесть. А у меня еще дома очень много выпечки, и поэтому поскорее бы домой. Поскорее бы избавиться от этого мальчика, который ходит без шапки. Так, теперь он читает... А, с девчонками палит мои переписки. Ну, такие, знаешь... Очень Ангелина Стопец. Ну, Ангелина, видишь, про тебя уже упоминания пошли. Попала в наш просто влог. Просто самая лучшая наша. Согласен. Это комментирует наши видосики. Давайте все комментируем, ставим лайк. Так что все по делу. Я доедаю последнюю плюшечку. Плюшечку. Посмотрите, пожалуйста. Ну, как же он сладко говорит плюшечка, если не знаю. Какая-то давай же мы купим, короче, просто чисто для прикола, сейчас пойду куплю себе какой-нибудь тесте или бигмак. А так, типа, монополия, давай, если что-нибудь зацепим. И выиграем. Что-нибудь зацепим. И сейчас в прямом эфире мы выиграем монополию, машину. Или что там можно выиграть? Нам машину. А если вы уже поняли, насколько вкусная плюшечка, даже Вале понравилось. Даже Вале, вы понимаете, насколько вкусная? В смысле, даже Вале. Вале все любит. В общем, наш плод сам разгадает. Дамы и господа, самый главный момент сегодняшнего дня. Валя открывает себе. И его... Какая у тебя улица? Улица... Щусы. Спасибо. Это прям как автомобиль. Я ладно, сейчас Валя пойдет плакать, поэтому... не буду еще снимать. Пошли, посидели в Макдаке, причем похавали своей еды. Я взял только Мак, но потому что мне было интересно, выпадет что-нибудь в монополии или нет. Но мне, к сожалению, ничего не выпало. Точнее, выпала улица, ну, блин.
Кого интересует улица? Надо сразу, чтобы вокруг, ну, прям... Автомобили, вот это всякое. Да, всякие автомобили, всякие... Всякие там миллионы рублей. Вот. Вот вы знаете, куда мы идем? Мы тоже не знаем, кстати. А мы сами не знаем. Кстати, да. Ага. Интересненько. Могу даже сказать слово «плюшечка», как надо звали. Потому что он как-то говорит «плюшечка», у меня воображение играет, и я совсем не о том думаю, о чем надо. О чем? Ну, в принципе, и, наверное, все, кто смотрит, по-любому думают не об этом, просто тупо не об этом, Жор. Скорее всего. На. Да не, я уверен в этом. Они путают с булочками, правильно? Конечно. Ребят, ой, вот реально... Мы что, в тупик пришли? Слушай, мы, походу, пришли в тупик. Че по кайфу, братья? Зато прогулялись. Хочешь, я тебе скажу секрет? Там, короче, ничего не будет. Видно? В прошлом выпуске говорили что-то про достопримечательности Москвы. Так вот, мы... Просто у нас нет фантазии, давайте, где еще давайте... снимать, мы опять вернулись на то же самое место. Да, ну блин. Ну почти вот, на то же самое, это недалеко. Просто дело в том, что мне здесь кажется все красивее. Ну посмотрите, заметь... как тут душевно. А теперь заметьте, как людей. Я научился говорить слово красивее, я заменил слово красивее. Видел? Правильно. Жора меня научил, спасибо. Не, просто в прошлом блоге я это обрезал. Да, а сейчас... Да ты сейчас это обрежешь. Какая-то очень спокойная атмосфера, хотя достаточно... Вот, блин, здесь вот летом... Вот летом, конечно, вот здесь просто сюда идти вот так тут. Бегут детишки. Блин, ребят, нам вообще весело просто. Не подумайте ничего. Просто парни умеют отдыхать. Мы с Жорой любим так отдыхать. Мы любим гулять по Москве, по центру Москвы. Обалдеть, каштаны? До сих пор. Слушай, каштаны, да? О, блин, не поймал. Валяла в качестве 900. А Жора шутник 3500. Не спорю, не спорю. Вот. Мы любим Жоры вот так отдыхать, не знаю. То есть... Ничего такого. Ну просто нам не наливают только из-за... Нам просто завидно, да, на самом деле, вот. Сейчас такие слова говорят. Блин, вот это вот, я не знаю, вот такие вот дорожки, я вообще вот тащу часть. Когда вот народ еще мало тут. Вы бы видели Валю, он просто, кстати. Да. Слушай, а что здесь реально? Слушай, я ни разу не был тут. А может и был, просто не помню. Давай посмотрим, что там. Валя, в КТ-экскурсии. А я не знаю. Типа в Кремле? Да. Ну такие бесценные, конечно. Че вообще за промоутинг? Хорош форсить Кремль, Валёк. Братик, ты уверен, что нам туда надо сходить? Я думаю, да. Да? Армия просто России? С моими успехами по физике, я думаю, что армия надо. Армия Россия? Ну что, Валя? ЕГЭ не сдаём? Спасибо. Мы что пока сныкались, потому что тут очень напряженная атмосфера. Такое ощущение, как будто нас, правда, в армейку прямо все заберут. Есть такое ощущение. Ладно, все, ребят. С следующего выпуска. До следующего.